Здравствуйте, уважаемые наши читатели! Сегодня проведем информационно-познавательную беседу, посвященную столетию со дня рождения кубанского писателя, участника Великой Отечественной войны Обойщикова Кранида Александровича. Кранид Александрович Обойщиков – кубанский поэт и писатель. Родился 10 апреля 1920 года. С 2005 года – почетный гражданин города Краснодара. Родился в Ростовской области. Детство прошло на Кубани. Закончил Краснодарское военно-авиационное училище. Воевал. На его стихи писали музыку многие кубанские композиторы. Автор 20 поэтических сборников, из них 6 написаны для детей. На эти стихи кубанские композиторы создали десятки песен и 2 оперетты. Кранид Обойщиков написал такие книги, как «Звезд волшебное сияние», книгу о войне «Салют Победы» и многие другие интересные произведения. Множество военных наград украсили грудь отважного летчика. В мирные годы Кранид Александрович служил штурманом истребительной авиации на Дальнем Востоке и писал стихи. 14 сентября 2011 года на 92-м году жизни поэт скончался. Старшие собратья по перу называли его ласково – Кроня. Где бы ни появлялся этот улыбчивый лучезарный человек, он всегда приносил радость людям, согревая их сердца. Кранид Александрович был великим тружеником. Кроме творческой работы, он до последних дней совершал бесконечные поездки по краю, встречался с читателями, учил молодежь тому, что считал самым главным – любить Родину.